здравствуйте. Какие вопросы волнуют военных пенсионеров накануне праздника Дня защитника Отечества? Об этом мы поговорим с заместителем председателя Совета Алтайской краевой общественной организации Союза офицеров запаса Юрием Николаевичем Лысенко. Здравствуйте, Юрий Николаевич. Здравствуйте. Я, насколько знаю, вопросы военных пенсионеров вы решаете достаточно активно. Сейчас что у вас на повестке дня? Ну, на повестке дня возникает много вопросов, но и нерешенные есть, и решаемые. Вопрос о индексации пенсии, например. А что это такое? Вот разъясните. Ну, по-моему, уже по закону вам же обязано быть проиндексировано. В ноябре месяце должны были проиндексировать на 4%. Угу. Получилось так, что ее отменили. Дали индексацию 5, отменили? Да, дали 5 тысяч. Но это общая выплата? Да, и в том числе военным пенсионерам, да? Да. И получилось что? Если бы ее проиндексировали, то получилось бы, мы бы уже получали, ну, кто как. Ну, я бы, например, на 1000 больше получал бы. И получал бы в течение всего года, да? Получалось у вас 12 тысяч, да? Простая математика, да? Да, простая математика. А мне дали 5 тысяч, и все. Так, интересно. Ну, это же нарушение закона. Да, это нарушение закона. Сейчас будем обращаться к Верховному главнокомандующему Путину, Владимиру Владимировичу, что нарушен указ, который им же подписан, как президентом. Да. Вот. Это 606, по-моему, указ. Ну, будем писать. Ну, смотрите, вы сейчас будете писать. Ну, а есть какая-то надежда, что вы будете услышаны? Вот до этого у вас были какие-то обращения? Может, по квартирам, что у вас... Организаций там много по России. Уже и москвичи этим вопросом занимались. Да, не единственные мы. И они уже составляют такие петиции. И надеюсь, что оно как-то повлияет. Она будет общая петиция? Или вот с Алтайского края, с Новосибирска? Скорее всего, будет общая, потому что у нас... Сейчас объединяется, мы должны более крупные организации, чтобы были, и будем от нее и представлять, как от Российского Союза. А требования, чтобы вам вернули вот разницу, либо чтобы со следующего года была индексация? Вообще, что в следующем-то году обещают? Также 5 тысяч или будет индексация? Нет, следующий год будет индексация. Индексация. Угу. Ну вот, чтобы компенсировали вот эти... Вот эту разницу, 5 тысяч и 12 тысяч, как минимум. Да. А кто-то вам 1000, кому-то кто-то больше, кому-то да? больше, кому-то меньше, ну в среднем это так будет, да. А вот вопросы квартир, вот я, насколько знаю, по-моему, очереди вообще не существует для военных пенсионеров. Уже она как бы, ну, я имею в виду, что всем уже дали квартиры или нет, на самом деле существует. Всем дали квартиры уже, почти всем, да. В этом плане хорошо. Все, все дело хорошо. А вы вот можете получать ее в любом регионе или. Ну, я по себе скажу, когда я увольнялся, мне дали квартиру в Калуге. То есть на выбор, да, все-таки? Или нет? Или вот конкретно Калуга? Нет, не конкретно. Не было выбора, но предложили Калугу. Так. Ну, а мне больше нравился Барнаул. И как вот вы? Как я там квартиру продал, здесь купил. То есть вот тебе квартиру дали, скажи, пожалуйста, решай. Да, я решил вопрос уже таким образом. В Калуге дороже квартиры? Вы знаете, почти одинаково получилось. Одинаково все-таки, да? Ну, и так большинство и решает все-таки, да? Да, так вот решают, да. Если говорить о сегодняшнем дне, вопросы патриотического воспитания молодежи достаточно актуальны. Вот ваш союз проводит какие-то такие акции, мероприятия, встречи, может быть, с кадетами, со школьниками? Мы этим вопросом занимаемся. Ну, какие вопросы? Вопросы в том плане, что... Ну, на встречи проводите, рассказываете, делитесь опытом, да? Встречи проводим, бываем и на... конкурса, который проводят и школы, и кадетская школа. А в основном, ну, раньше было, сейчас уже как-то мы отошли от этого дела. Мы и подарки вручали, там, автомат дарили пневматические винтовки. Ну, для тира, имеется, для тира, да. Для тира, так, сейчас сложнее финансово это все? Или сейчас, по закону уже не... Сейчас сложнее. Вот у нас есть знакомый, наверное, вот говорить об этом вопросе. Преподаватель школы, уже заслуженный, 33 года, нет патронов. Угу. Для пневматики, да? Нет, для автомата, для того, автомата, у него тир великолепный. Вот, один раз пробивали этот вопрос, пробили, теперь опять нужно будет пробивать. Ну, вот такие вопросы. Ну, это текучка, собственно говоря. Ну, вы, наверное, на встречах рассказываете и о 90-х годах, да, когда не очень-то хорошо у нас ситуация была в стране, не очень хорошая ситуация была в стране. И вот вы же полковник, вы командовали полком, да, в нашей ракетной дивизии, получается, да, которая в Валейске была, да? Да. А вот, и как раз на ваших глазах шло расформирование, уничтожение этой дивизии. Как вот, раз вспомните, что там было. В каком году вообще вот вы там, скажем так, находились? Я был в дивизии... с 87 года по 94 год. Значит, по 94, да, вы не рассказывали, по-моему, да? Да. А, ну,
слово вылетело из головы. Ага. Ну ладно, дивизия, значит, расформировалась где-то в 96-97 году. Но я еще и жил в Алейске, такая квартира была. Да, да. Вот, все это дело наблюдал. Ну, было больно и обидно, я вам скажу. Наши ракеты были, вы, наверное, представляете, конечно, что такое «Сатана»? Ну, видел, так сказать, на картинках, на видео видел. У нас на вооружении «Сатана» именно была здесь, да? Да, ракеты, в Алейске была «Сатана». Это ракета, которая, ну, не имела себе аналога по тем временам. Я просто это не раскрою большой тайны, что она несколько раз проходила переаттестацию, будем так говорить. 11 лет простояла на бомбдежурстве. Еще ее продолжали и продолжали. И просто такой маленький пример. Снимают после нескольких таких переаттестаций ее, везут в Тюра там, оттуда делают контрольный пуск, и она летит в Кол, в Камчатку. Вот такая ракета была, которую американцы... И на деньги же американцев эту ракету и снимали с боевого дежурства, которые находились здесь и контролировали, как ее снимали. Было обидно. Ну да, очень обидно. Обидно, это мягко сказано. То есть было, это, в общем-то, было опасно с точки зрения, конечно, безопасности всей страны. Вообще непонятно было для простых чего? Людей, непонятно. Да. А какова судьба дальнейшая? Ну вот понятно, что солдат расформировали, а куда вот эти вот ракеты «Сатана», куда они делись? Ну, сами ракеты на арсенал отправлялись, а пусковые установки просто взрывались, и все. То есть вот сейчас там все это, шахты уже не сохранились, да, шахты, в Алейске? Нет, шахты все взорваны. Да. Взорваны, закопаны. Закопаны, да. Ну, а вот скажите, вы как профессионал, вот насколько это теперь опасно? Ну, получается, что половина страны у нас не закрыта вот таким щитом, да, только Москва, как народ обычно говорит, только Москва, так сказать, закрыта этим щитом? Я вам скажу, что, наверное, наука и развитие вооруженных сил шло своим чередом, и сейчас пришли новые поколения ракет, которые и намного мощнее, и намного эффективнее. И я вот честно вам говорю, когда произошло перевооружение армии, у меня аж воспрял духом. Да? Конечно, вы что? Ну, в последние годы вы имеете в виду, да? Да, вот последние годы, особенно когда показали вот эти пуски крылатых ракет в Сирию, да, то я подумал, что далеко не все. То есть на месте кончен... не стоял, на самом деле, развитие, конечно, что военно-промышленного, конечно, комплекса. И вы как профессионал можете сказать, что у нас это достаточно хорошо развито, да? Конечно, развито. Очень здорово, да. А вот если говорить о дальнейшем, о дальнейших перспективах, будет, не знаю, там заказы получать военно-промышленный комплекс, как вот вы считаете, или нет? Ну, я думаю, раз идет развитие, то будут заказы. И раз мы находимся на данный момент в таком положении, когда, ну, прямо скажем, что международная обстановка не очень-то... Нужно быть всегда сильным. Ну и мы замечаем, что авторитет армии поднимается. То есть даже, в конце концов, сильный. Материально, да, положение. Очень то есть, смотрите, сколько сейчас получают контрактники. В принципе, это неплохо достаточно. Вы, наверное, тоже общаетесь же с этими людьми. Посмотрите, как сейчас молодежь идет в военное училище. Да. Вот я столкнулся с этой проблемой. 10-12 человек на место. Конкурс такой. Конкурс, да. Ничего себе, очень большой комплекс. Совершенно неожиданно, да? Да? Но я тоже думаю, не только материально, да, положение, а именно желание, желание стать офицером. Да, но я вам скажу, что и материально тоже. Я вот в училище, например, поступает человек, поступил в училище военное, 2 года находится на казарменном положении, то есть, а остальные... Полное обмундирование, питание, полное обеспечение. Но еще и получает деньги, табачные, так сказать. Да. Вот. А потом уходит в общежитии, живет в общежитии. Ну, там у него по выбору, может и в столовой питаться, а может деньги получать и питаться уже сам. А смотрите, сколько сейчас нужно выслуга лет, чтобы стать военным пенсионером? Там 10-12, сколько они лет сейчас служат? 15? Вы знаете, я как-то... Не интересовались этим вопросом? Вот смотрите, в училище поступаешь, заключаешь контракт. 5 лет. А, там 5 лет, это твое дело, после 5 лет. Да, после 5 лет ты можешь прекращать контракт. Да, то есть продолжаешь, это твое уже дело, да? Это твое дело уже, да. Ну, а есть, допустим, вот, чтобы пенсию получать военную, что, допустим, не меньше 15 лет, нет такого? Не меньше 15 лет, да. А потом ты уже можешь в запас уходить. Да? А в ваше время сколько лет надо было служить? 20 лет. Вот видите, даже здесь лучше стало. И зарплата лучше, и, в общем-то... Так, замечательно. Большое спасибо вам за беседу. В 2 словах можно поздравить наших замечательных защитников Отечества сейчас. С наступающим праздником. Я бы хотел не коротко сказать. Я желаю дорогим ветеранам вооруженных сил, нашим защитникам Отечества, как бывшим, как настоящим и будущим, здоровья крепкого и долгих лет жизни. И второе, чтобы ветераны направляли свои силы на то, чтобы воспитывать молодое поколение,
которые находятся сейчас у штурвалов, крепко держать их, а молодежи готовиться. Да. Большое спасибо вам за беседу, вам тоже здоровья, удачи, до новых встреч. Спасибо. Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях был заместитель председателя Совета Алтайской краевой общественной организации Союза офицеров запаса Юрий Николаевич Лысенко. Спасибо за внимание, до встречи.